Всем привет! Сегодня 1 сентября, сегодня День знаний. Вчера мне Степан Васильевич звонит, говорит, попросили в торговом центре Galaxy провести мастер-класс по настольному теннису. Соответственно, никакого ни сценария, никакой подготовки, ничего нету. Я, в принципе, даже сам не знаю, что там сейчас будет происходить. Но, почитав немного программки, посмотрел, что настольный теннис ставят на одном уровне с гончарной мастерской, с учением английского языка и с другими детскими развлекательными частями. Поэтому сейчас пойдем туда, посмотрим, что там, да как. Ну, возможно, немного поиграю с детишками. Сейчас турнир устроим. 100 рублей вступительный взнос. Обыграем мастера с форой 7 очков. Кто выигрывает, 1000 рублей приз. Короче, приходим мы в Галактику. Сейчас смотрим, как тут все подготовили для нас, для теннисистов. В общем, столы, в принципе, готовы. Нет ни детей, никого пока что нету. Но думаю, что сейчас Илья Алексеевич переоденется, и куча толпы уже подойдет. Собрался маленько народ. Вот он, Гоша, уже мастер спорта по настольному теннису, дает мастер-класс молодому подрастающему поколению. А здесь вот Человек-паук у нас танцует, значит, что-то раздает. Сергей Викторович, поприветствуй подписчиков. Приветствую, подписчики. Занимайтесь настольным теннисом, это очень круто. Как ты относишься к тому, что в торговом центре пригласили настольный теннис? Замечательно. Популяризируем наш вид спорта, делаем его более зрелищным и популярным. Давай посмотрим на эту зрелищность.